открывает ее. Он не открывает машину, пожалуйста. Пожалуйста, надо... помогите. За поездку оплатите, я выпускаю вас. Я сказала, я сейчас оплачу. Не-не, сначала вы оплатите за поездку, потом пускаю. Всем привет. Для того, чтобы начать работать в бизнес-классе, вам необходимо сдать экзамен. Мы помогаем вам подготовиться к экзамену, а также сдать его. Хочу отметить, что все это проходит в режиме онлайн. Все, что вам потребуется, это набрать номер телефона, указанный на экране. В течение 5 дней после этого вы сможете начать работать в бизнес-классе на любом из понравившихся вам автомобилей. Весь реквизит, требующийся для работы в бизнес-классе, будет предоставлен вам компанией. Это вода, зонты, зарядки и так далее. Все, что от вас потребуется, это только брюки со стрелками, рубашка и туфли. По статистике, 93% водителей сдают экзамен с первого раза и начинают зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Подведем итоги. При наличии паспорта и водительского удостоверения РФ или Беларусь вы получаете гарантированную сдачу экзамена, комфортный премиальный автомобиль и высокий стабильный доход. Таких условий сегодня вам не предложит ни одна другая компания. Сначала оплатите поездку. У меня поездка туда и обратно. Не, вы сначала куда мы подъехали, у вас не обратно. Не оплатили еще. В смысле не оплатил? Поездка туда не, и обратно? Не, не, вы вот, какая обратно? Девушка, вы оплатите за поездку, я выпускаю вас. Вот оплатите. Вы не имеете права ее задерживать. Это так. Почему? Что... Она, она имеет право, что мне не оплатить. А что вы, как? Там онлайн оплата? Нет, наличными. Но наличными тогда сразу надо платить. Онлайн можно. По обратной поездке у меня... Обратно не заказала она, только сюда. Говорит обратно. Потому что у меня... Вот. Get такси, я оплачу. Не, это Яндекс такси. Я оплачу с Get. У меня. Себя поменять оплату на оплату карты с приложения, все. Нет, это не все было бы так просто, если бы так можно. Когда наличка оплатить, он никуда не уйдет. У меня с карты списываются деньги автоматически. Потому что у меня туда. Девушка, брат, пожалуйста, подойдите. У меня сюда. Сломан палец на ноге. Да откройте вы дверь! Вы в любом случае не имеете у нее... права удерживать меня! Девушка, у нее только сюда оплата ага. наличными. Ее не хочет оплатить. Ага, понятно. Но это вам надо записать ее на видео и отправить. И вот видео записываем. Давайте, удачи. Откройте дверь, а? Не буду открывать. Откройте дверь, а! Вы оплатите, я отпускаю вас. Девушка, зачем я вы так поступаете? Я выйду из магазина и не, оплачу. Не, почему? Вот у вас оплата. Вот. Открой мне дверь, блядь! Это противозаконно, вызывай полицию! Так, давай едем в полицию сейчас. Ты вызывай. Кто пострадавший? Ты или я? Кто? Если ты пострадавший, давай, вызывай полицию. Вот что мне пишет Get такси. Теперь вы можете оплатить поездку. Я не знаю, у меня только это сюда. Это такси! Блядь, у тебя была, да, где-то я видел с таксистом, у тебя такая проблема была. Я у что-то меня? Вспоминаю тебя, да. У куда, в полицию проблема. Едем или будешь оплатить? Нет, ждем. Вот рядом полицейский участок. Ждем, нет, полицию здесь, потому что я ехала в магазин. Мне срочно нужно противоастматическое средство. Оплати за такси, я пропускаю, отпущу тебя. Я выйду из магазина, я заплачу. Нет, сначала надо оплатить. Это в магазине, вот, если что-то покупаешь и скажешь им, я сейчас выйду, обратно приду, оплачу. Они разрешают тебе, дадут что-нибудь? Давай, оплати. Твоё, сколько? 139 рублей. 163. Нет, я должна тебе 139. Девушка, рублей. Девушка, зачем мне обманывать? 163 оплата. Во. 163. Оплати, я отпущу. Надо за такси оплатить. Зачем вы так еще орете? Вы сами думаете. Нормальная девушка, вот, думаете. Слово. А, вас беспокоит. Открой дверь, я не тебе. Я тебе заплачу. Ты сначала, не знаешь... сначала оплати. Здравствуйте. Меня удерживает человек в такси. Ну, Михайлова 33. Ну, Елена Николаевна, я ехала, ну, собственно говоря, мне нужен сноуфы. За такси не оплачивает. С...
смысле не оплатить? Давайте, оплатить я отпущу. Мне, естественно, такси нужно туда-обратно. А около магазина я ему сказала, что, ну, вот тут остановите, и мне нужно поехать обратно. Я что, куда-то скрываюсь? А контактный у вас какой? С которого звоню? В какой машине находитесь? Марку можете назвать? А, назовите вашу марку машины. Ну, у вас показывает все. Назовите марку машины, вы не открываете дверь! Девушка, это... Вы меня удерживаете в машине! Девушка, она вообще пьяная, не знает, что говорит. Она не оплачивает за такси. Все, тебе не отвечает никакая полиция. Нет, они... Мы ожидаем. Ожидаем. Сейчас мы будем ожидать. Давайте, оплачиваем за такси, я отпущу. Пока вы не откроете двери, хотя бы окно. Сидеть, сидеть. Сидеть, сидеть. Пока полиция... Сейчас. Оплачивай за такси. Оплати за такси. Оплати. За такси оплачивай. Вот, людям говори. Скажи людям. Оплачивай за такси. За такси оплати. Оплати за такси, я вызываю полицию. Вызываю я полицию. Я все снимаю, нельзя так. Я все, у меня все снято. Давай. Ударил. Это за, оплати за такси, я вообще не трогал на тебя. Не притворяйся. Или полицию, полиция даже не отвечает, сказал, что сами решайте. Ты когда ты позвонила? Или едем участковый, едем в полицию. Помогите, полицию едем. Едем в полицию. Едем. Тварью, открой мне двери. Оплати открой за такси, оплати. Открой мне двери. Не трогай на меня, не трогай, не трогай. Открой мне двери. Не трогай, руку убери. За такси оплати, руку. Вообще не трогай на меня, хорошо? Не трогай. Просто руку убери, не трогай. Ты за такси оплати. А, вот за что? Такси оплати. Это, что ты сказал? Пьяная. Вообще-то ты меня сейчас избил. Эй, я вообще не трогаю. Вот снимаю я. Как остановились, начал снимать. Людей тоже я снимал. Ты помогаешь и деньги. Как я? Вот. Сколько тебе? Я тебе сказала, я тебя переведу сейчас. Ты сначала, ты понимаешь? Вот иногда понимаешь, тварьё! Как надо. Тварьё! Сколько денег? Что ты выпустил давай. Из машины, тварь! Отплати, не трогай. Не трогай не машину. Не дай бог, ты еще раз на меня подумай. Руку бери. Сколько тебе? 139 рублей. 163 оплати. Оплати 163. Номер карты. Номер по номеру телефона 925. Нет, я не могу, только номер карты. Я не буду сказать номер тебе номер карты. Я не могу перевести иначе. Только номер карты. Давай. Номер карты. 53-36-85. По-русски говори. 85-29 говорю. Ты пока еще в России. По-русски научись говорить. Блядь, давай оплати за такси и все, вышли. Я отпущу тебя. Если не будешь оплатить, я не буду. До утра я буду оплатила. Сидеть. Где? Слушай, если миска придет, я потом... Вот. Подожди.
Нету здесь, у меня еще не пришло смс. Выпусти меня из машины. Где? Где оплатили? Где? Ты не имеешь права. У меня руки разбитые в кровь. Где? Вот, вот твое смс. 163 рубля. 160 не могут взять 3 рубля. Вот, под, где? Где смс? Где? Где смс у меня? Называется. Готово нажимать? Готово. Да, вот. Все, теперь... Готово. Операция перевода. 160 рублей. Выпусти меня из машины. Послушайте, вы сейчас сидите в интернете. Не интернете, вот. Я переслала вам. Где, что где еще где нужно? СМС-ка надо мне? Все, давай, выйди. Дверь закрой, сучка. Дверь закрой, я тебе говорю, блядь, сучка. Я вот все снял тебе. Уйди от меня. Уй. За такси оплати. Она не оплатила за такси, вот. Действительно.